Бездомные собаки покусали детей в селе Кораблино. Полина Трушина – одна из пострадавших. Она говорит, что несколько раз на нее нападали собаки, но ей удавалось от них убегать. 2 дня назад она меня чуть-чуть перекусила. Тут уже девочек покусали, за мной они уже гнались 5 раз. Страшно, мы убегаем от них все время в подъезды. Анну Анисину тоже покусала собака. Инцидент произошел около 1 месяца назад. Девочка увидела подругу на остановке и побежала ее обнять. В этот момент собака набросилась на нее. Вот меня укусила собака, и у меня немного было крови. Собака к ребенку подскочила и схватила за ножку. Даже вот пятно там до сих пор осталось. Хорошо, что не прокусила. Она без конца бегает, она может поиграться, хочет, может, даже не знаю, как она себя видит. Там кто знает, что у нее на уме у этой собаки. Вот. Терроризируют местных жителей 2 собаки по кличкам Малыш и Батон. Сейчас они не ведут себя агрессивно, и, по всей видимости, собак все-таки подкармливают сердобольные жители. Люди говорят, что они неоднократно обращались в администрацию, чтобы там решили вопрос с бездомными собаками. Не надо их убивать, их просто в питомник отдать, чтобы, они в питомнике заходились. В администрации Вышгородского сельского поселения рассказали, что ситуация с собаками повторяется в селе регулярно, и виноваты в этом сами местные жители, которые прикармливают собак. Кроме того, в администрации заверили, что у них заключен контракт с городской службой по контролю за безнадзорными животными, и туда уже отправлена заявка. Сейчас нас поставят график и сообщат, когда будет выезд. Часто, собаки не являются безнадзорными, то есть не совсем ответственные граждане берут щенков, выращивают, а потом бросают на улице. Мы отправили, не ошибаюсь, 8 собак. То есть вот сейчас 2 заберут, и в прошлом году 4, позапрошлом 2 собаки. Никто из местных жителей себя хозяевами собак не признает. Люди говорят, что только их подкармливают, чтобы те не умерли с голода. Они считают себя пострадавшей стороной. Соседи потом наезжают на меня по поводу этих собак, что это мои собаки, что я их кормлю, что детей кусает. Я им поясняла, что собаки это вообще не мои. Это, я говорю, то, что их подкинули, просто бывает, люди, подкармливают собак, но они очень много детей искусали. То, что меня кусали, потом маму раз укусили мою. В городской службе по контролю за безнадзорными животными планируют в ближайшем будущем забрать собак из села Кораблино. Бродячие псы, Малыш и Батон должны оказаться в питомнике, где их привьют и стерилизуют, и попытаются найти им новых хозяев. Олеся Котровская, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».